15 января 2022 года стартует ежегодная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке». Она пройдет в четвертый раз и продлится до 15 февраля. Собранные деревья отправят на вторичную переработку. Из них изготовят щепу, которая широко применяется в самых разных целях, в том числе при высадке новых елей. В 2021 году в регионе удалось собрать более 500 000 деревьев на вторичную переработку. Не выбрасывайте свою елку, подарите ей вторую жизнь.